Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы посетим вот эту вот небольшую заброшенную испанскую деревушку. Я ее хочу вам показать по одной причине. Сейчас в Испании есть такая фишка, типа, если перевести на русский язык, она звучит так. Купить заброшенную деревню по цене городской квартиры. И вот я вам хочу показать, в принципе, если вы решитесь купить заброшенную деревню, что вы можете купить. Но оставайтесь со мной, я думаю, что будет интересно. Ну вот я подошел специально к самому стенду. Если кому-то будет интересно, пожалуйста, я вот тут сниму. Называется деревня Хинкер. Вот. Кому интересно, можете приехать и сами посмотреть. Место действительно очень достойное. Ну давайте начнем наш обзор. Ну, начинаем подниматься в деревушке. И сразу, что нас встречает, это вот такая вот памятная доска об этой деревне. Вот. О! С первого раза даже чуть не упал, хотел ближе подойти. Вот, Деспобладо де Хинкер. Ну, это уже жилище, вот, деревня без обитантов, да? Ну, то есть, получается, вот так вот. Все равно поставили памятную доску. Ладно, пойдем смотреть деревню. Так, мы поднимаемся наверх. Все заросло, то есть... Если ты купит такую деревушку, то с чего начинается родина, как я понимаю, это от зачистки от зарослей. Да, я совсем забыл сказать. Всегда мне помогает снимать съемки. Это мой друг Сережа. Вот он сейчас в бинокль тут что-то смотрит. Серег, поздоровайся. Добрый день, дорогие зрители. Вот. Так что, что мы сегодня покажем? Говори. Заброшенный город и замок. И замок. С 11 века, над, что есть о нем упоминание. Ну что, давай, наверное, будем показывать, с чего начинается родина. Родина у нас начинается, как всегда, любая деревня начинается с церкви. Вот она, вот такая церковь разрушенная. Ну, ничего. Нормально. Пойдемте посмотрим. Внутри жалко, очень жалко, как ее разворотили. Но вот, представьте себе, купите вы деревню такую вот интересную, и вам придется это все реставрировать. То есть купить деревню там за от 20 тысяч до 100, это не значит, что вы купите деревню, вы купите просто тупо развалины, которые надо будет потом каким-то образом восстанавливать. Виды, конечно, шикарнейшие. Но вот как-то вот так. Так, выходим отсюда. Вот так. Сереж, что там нашел? Места красивые. Красивые? Тебе нравится? С удовольствием посмотреть, подышать свежим чистым воздухом. Ну, давай подышим дальше, сейчас пойдем. Ну, там мы видим здания красивые, то есть, ну как красивые, заброшенные здания. А вот, Кость, ты вот не снял для зрителей, вот тут точно тайник был. Да? Ну, ты у нас, как всегда, профи, показывай где. Ну, вот видно. А, точно. Кстати, стопудово может быть. Ну-ка. Аккуратно был камень поставлен.
Да, кстати, да. Был камушек поставлен. И да, причем серьезно все. Так, вот это уже интересно. Ну вот видите, ну в старинных церквях действительно глупо, если не было тайников, всегда они были. Ну ладно, сейчас мы посмотрим, что там было. Так как мы подготовлены очень хорошо, я сразу взял фонарик с собой. Я как чувствовал, что что-то мы тут найдем. Вот видите, современная бумажка какая-то. Но действительно, кладка такая сделанная, как будто как для клада, да? Вот. Так что все тут нормально. Да, это, возможно, был какой-то церковный тайник. Так что вот видите, как интересно у нас получается. Ну что, идем дальше. Так, ну что, спускаемся мы с церкви. Пойдем дальше. Сереж, что будем дальше показывать, как думаешь? Ну вот это, наверное, здание было очень большое, церкви. Тут еще такие железные остались какие-то конструкции. А может, посмотрим. Маслодавильня какая-то была. Мне кажется, что-то с вином было связано. Ну, сейчас посмотрим, потому что типичные такие полукруглые окна. Вот. Я вот не представляю, представляешь, кто-то купит такую деревню. Это ж сколько надо денег вложить, сначала все очистить, да, получается? От вот этой поросли все. Ну, сейчас посмотрим. То есть получается, вот смотри, смотрите, еще какое-то здание. Я был год назад здесь, и мы пытались это все отснять, и я, кстати, отснял, но у меня так получилось, что все сгорело. Не сгорело, все архивы мои были уничтожены. Ну вот, пожалуйста, здесь. Что мы видим здесь? Полукруглая кладка такая. Но внутри все заброшено. Дальше идем. Ох, осторожнее надо ходить, можно же упасть. Вот и второе. Третье, вернее. Третье окно. Вот это все интересно, конечно. Ну видишь, как кладка лежит, да? Еще дырка. Это все как-то реставрировать, я не представляю, сколько это надо усилий, потому что есть же деревни, которые просто вам предлагается купить за 1 евро, да? Но если ее начинать восстанавливать, это сколько же денег надо? Ладно, идем дальше, смотрим. А вот как смотрится церковь с низины. Вот. Серег, что там? Зайдем в этот домик? А, вот, вот, я ж помню, где-то был этот железный такой штифт. Так. Интересно. И смотри, какая конструкция, что даже не уперли. Ну, видимо ж. Это еще допотопная цивилизация. Тут железо, смотри, какое. Смотри, какие гаечки счастливые. Для зрителей. Ты себе. Это тут представь. Ну-ка, ся. Какой это век? Сейчас, ну-ка, вот так. О. Какой век, не знаю. Ну, интересно, да, да. Вторая такая же. Вот. И раньше здесь колесо было железное, но, наверное, сдали на металлолом кто-то. Или как сувенир забрал. Так это, слушай, мне кажется, это мельница. Ну вот я что-то говорю, что-то. Или давильня. Да, как... или пресс какой-то, наверное. Да, скорее всего. Ну, попробуй. Попробуй. Смотри. Да, я... Такое это... Пытается. Не, ну я имею в виду металл такой прям. А, ну да. Качественный. Так. Ну что, дальше идем. Что не отвинтится на память.
Нет? Может, отвинтишь себе? Да нет, тут даже с ключом можно. Сложно. В следующий раз возьмем. Вон как красиво церковь смотрится. Но я не представляю, как ее отреставрировать. Хотя говорят, глаза боятся, а руки делают. Слушай, ну тут вообще никто не ходил, получается. Ой. Хотя бы что-то заснять. Так, вот. Идут двери одни и двери другие. И что мы видим? Ох, аж ничего. Все заросло, прям как в голливудских фильмах. Корни, ни окон, не видно, ничего не видно. Вот. Какие-то ступеньки были, чего-то и ничего. Дальше идем. Колючками так порвало. Смотри, черепица. Черепица. Старинная. Вот это лет 300 точно. Еще ручная. Да, это ручная. Так, ну что, поднимаемся тогда вверх. Смотрим, что там еще у нас. Что нас ждет. Ливень, и вот после ливня завалилась сосна. Оползень, да? Да, был оползень. И упала сосна. Ладно, дальше идем. Это здание уже было живое, да? Сверху живут люди. Чтобы дверь была на этих вот действительно старинная. Слушай, да. Крутилась. Это очень интересно. Дверь интересно как-то сделана. А вот она дырка, да? Ну да, стояла палка, на ней была дверь, а это как петли такие. Ну, смотри, балку. Прототипы петли. Балку сделали. Вернее, балку поставили. Сделали там дырочку. И вот вниз. Так что интересно. А внизу они сделали балку, не балку деревянную, а что мне поставили? Это из глины что-то, да? Ну, это, я думаю, какой-то как глиняный горшок, чтобы она не скрипела, ничего, может, а воды подливали или даже, может, масло. Ну да, скорее всего, что-то такое. Ну, прекрасно. Ну, если туда дальше смотреть, внизу там тоже идут строения, но все это заросло. То есть, как вы понимаете, как и квартира в городе или деревня та же, каждую деревню нужно внимательно осматривать, что вы покупаете. Самое главное, как я уже по практике переговоров понял, чтобы в самой деревне была вода. Вот это основное. Ну вот смотри, даже вот здесь, смотри, как все заросло. Вот даже дом, весь полностью черепица сверху. И все-все уже поглощает, все растение все съедает, все зарастает. Еще года два и ничего вообще видно не будет. Вот так вот. Ладно, дальше идем. Хотя природа очень красивая. Что, пойдем? Да, кстати,
классическая схема, когда вы покупаете деревню, заброшенную деревню, обычно идет в довесок какой-нибудь замок. Сейчас мы его снимем тоже. В этой деревне тоже есть замок, так что сейчас пойдем его держать. Ну вот, мы поднимаемся выше. Как видите, есть еще заброшенные строения. Церковь, наш ориентир, находится вот уже позади нас. Эти две полоски — это обозначение туристических маршрутов. То есть, если вы сами выходите, это вам поможет не сбиться с пути. Это очень хорошо. Ладно, идем дальше. Так, ну вот мы забрались так на верхушку, чтобы показать вам довесок. В принципе, если купить вот эту деревню, в довесок пойдет вот такой наверху замок. Серег, что, поднимемся туда? Хотя в тот раз, как нам сказали, что подходы взорвали, мы не нашли заход. Давай попытаемся. Поднимаемся к замку, давай все-таки пещеру покажем. Эта пещера, чем она интересна, мы ее нашли, она заросшая. Вот. А тут как же пройти сейчас? Попрямо. Да? Хода нет. Раздвигаем. Будем раздвигать. Да уж, все заросло. Представляешь? А кроме нас и никто не ходит здесь. А здесь, да, тут кроме нас-то никто и не знает. Вот, а как же быть, Серега? Давай. Давай, иди ты вперед, я же с камерой. Давай. Осторожно. Все заросло так. За год. Мы вам покажем, где в гражданскую войну. О, сразу вышел. Вот это класс. А тут вот мы нашли вот эту пещеру. Причем она здесь сквозная. Ну что, берем фонарики, проползем. Че кривишься? Ну давай. Искусство. Фонарик у тебя сзади. А у меня два их. Ну что, искусство требует жертв. Посмотрим, как наши советские инструктора показывали испанцам, как воевать. Кстати, здесь мы находили пару растяжек, пару гранат, ну и по мелочам. Ладно, сейчас все покажем, ребята. Сейчас Серегу уговорю. Так, друзья, вот хочу вам показать. Вот внизу терраса, и вот, в принципе, очень прекрасно отсюда виден сам замок, да? Ладно, я Серегу уговорил. Полезли мы в маленькую вот эту пещеру. Она все равно интересная. И будет всем интересно. Включаем свет, Серега. Что там? Вот. Ну-ка. Что нас ждет тут? О! Так. Ну, частично все обвалилось. Вот была ниша для боеприпасов или спал тут кто-то. Нет, это 100% она тут. Так, дальше идем. Вот тоже это, обратите, это весь потолок обвалился еще. Да. Все не так было красиво. Вот мы прихижим. Сереж, подожди, подожди. Свети, потому что... Да, обвал. Было обвалено все здесь. Еще круче. Кстати, после дождей, да, вот тут то же самое. Ладно, пойдем.
это земля. Здесь уже видишь. Так, что у нас тут? Что мы имеем? О, окромя головной боли. Ну вот я не помню, где уже дождями смыло. Тут был камин, остатки камина. Ну. Видно был трубопровод. Где-то здесь. Да. И здесь был вот этот вход, но он уже зарос весь. Ну, вот смотри, как все заросло. Да что ты хочешь? Мы вот тут поднялись, буквально, будем говорить, год не были. Все как заросло. Ну да ладно. Идем дальше. А что там дальше идти? Там дальше опять там рубить надо, не? Там нет, там все. Ну там все, ребят. Рубим. Вот так вот приблизительно в гражданскую войну парни воевали. Ну, приблизительно показали, да ладно. Думаю, что что-то у нас получилось показать, передать. Ладно, выходим. По утверждению одного местного человека, он мне сказал, что все-таки подход есть. Я уже сюда поднимаюсь третий раз. Никак подход к этому замку я найти не могу. Вот. Ну, посмотрим в этот раз. По моим данным, то, что мы прочитали, когда была гражданская война, ребята-социалисты очень быстро отступали. Ну, помимо самих испанцев здесь, да, именно в этой деревушке было очень много сконцентрировано русских ребят, вернее, советских ребят из интернациональных бригад. Когда они уходили, они тупо подорвали этот замок. Это я лично читал в архивах. Ну, раз была такая спешка, что-то они явно тут оставили и что-то подорвали. Находок мы здесь нашли очень много советского присутствия. Вот. Я даже не знаю, как идти, Сереж. Вот. Нет, сейчас налево. Налево? Ну, давай опять налево. Мы уже тут были пару раз, да? Ну, ладно, пошли налево. Не первый раз. Может, здесь есть какой-то проход? Так, вот мы поднялись. Еще раз я снимаю, чтобы уже, как говорится, для очистки совести. Вот наверх туда все-таки, да нету входа, нету, ребята, входа. Ну ладно. Вот это так все красиво. А тут вот она что есть. Вот это вот все от взрыва, как я понимаю, все и пострадало. Вот. Ладно, дальше идем. Видите, как бы перед самим замком даже кто-то ухаживает, наверное, за полями. Хотя вряд ли. Вот он, взрыв был, вход. Сам вход, пожалуйста. Вот он, взрыв. И ничего не видно. Да уж. Вот, вот эти камни ж видно, они, ну, отвалены, да, они падали. Были здесь. Вот это все ж после взрыва они и рванули. Тут даже захочешь, если забраться, только лишь с помощью веревок из такого. Вот. Ну ничего. Ладно, сейчас пойдем. Мы можем вот сюда. Вот он, взрыв. Как я понимаю, еще и все уже дождями вымото. Кстати, они подорвали все очень грамотно. Ну,
фига. СССР тогда делился хорошими специалистами. Ну да. Получается, что будем говорить так. Из вот, НКВД. Смотри, это кладка с 11 века. Слышишь? Из НКВД любителей не присылали. Вот, ладно. Не, это был подрыв. Это мы уже убедились. Единственное, что все-таки как туда подойти, я не знаю. Вот оттуда мы пришли, вот Кость, видно вот оттуда, да, от развилки. Это... И все, вот говорю, она, развилка. Вот кладка 11 века, тут видна немножко интересная. Да, 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 вот, кстати, кладка. Сережа заметил, молодец. Вот, да вот. Короче говоря, мягко выражаясь, когда-то в будущем мы все-таки поднимемся вовнутрь этого заброшенного замка. Хотя меня смущает, потому что подниматься здесь очень опасно, потому что это все сыпучее. И это глина. Если обвалится, то обвалится конкретно. Ладно. Ну вот, друзья, наверное, в этом красивом месте я и закончу свой репортаж. Надеюсь, вам было интересно. Мы уже не первый раз приезжаем в это место и каждый раз тоже еще что-то для себя находим, открываем. Ну, большое спасибо за внимание. Серег, попрощайся тоже с людьми. Скажи что-нибудь. Ну, до свидания, дорогие товарищи и господа. Вот тринчера у нас там еще, непознанная. Мы вам как-нибудь тоже ее покажем. Что такое тринчера? Скажи на русском Ну, языке. Это типа оборонительное сооружение, типа дота, крепость. Ага. Укрепленный укрепрайон, будем так сказать. Да. Здесь проходила последняя линия укрепрайона, но уже бои на ней не велись. Ну вот, впереди вы видите вот эту гору, и на этой горе, на самой верхушке, есть дот. В следующий раз мы обещаем вам показать этот дот. То есть на следующей неделе мы туда заберемся. Ну, всех благ, друзья. Всего хорошего.